Гуляния на свежем воздухе, мастер-классы, выставки, концерты, игровые программы и, конечно, угощение блинами. В Одинцовском округе с размахом провели широкую масленицу. В историческом парке Захарова праздник в преддверии поста отмечают уже более 20 лет. И каждый год здесь собираются тысячи гостей. Комитет по культуре муниципалитета традиционно подготовил обширную программу. Все пришли с семьями, пришли с детками. Значит, работают и аттракционы, и горки, и блины. У нас организовано, значит, катание на хаске, катание на лошадях. Вот здесь, в Захарово, значит, как раз на лошадях работает музей. Работают, в общем-то, вот я держу в руках мастера, вот такие красивые мастер-классы изготавливают с детками. Изюминкой мероприятия стало выступление народного артиста России Владимира Девятова. Тенор исполнил не только свои известные хиты, но и вместе с отдыхающими пел русские народные песни. Ой, мороз, мороз, не морозь меня. Теперь вы! В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха организовали настоящий калейдоскоп развлечений для детворы. Концертная программа творческих коллективов округа, масленичная ярмарка, веселые хороводы, тематические мастер-классы, а также аттракцион «Русские забавы», где каждый смог попрыгать в мешках и проверить себя в метании валенков. Поехали, сбиваем! Попади в камеру прям, давай! Ну, в камеру! У жителей старшего поколения свой праздник. В Одинцовской библиотеке номер 1 для участников клуба «Активное долголетие» подготовили тематическую программу. Веселый концерт «Масленица» от фольклорного коллектива «Сударушка» никого не оставил равнодушным. На масленичном празднике все забыли о возрасте и веселились, как в детстве. В завершении мероприятия гостей ждали вкусные угощения. Мы с удовольствием принимали участие во всех хороводах, плясках, играх. И везде и играли, и танцевали, и, казалось бы, детские. А нам было весело и радостно, и замечательно. А под конец еще нам и угощение приготовили. Масленица ведь с блинами, с пирогами, с вареньем, с джемом. В учебном центре военно-патриотического воспитания «Авангард» весну также встретили с размахом. Перетягивание канатов, армрестлинг, сумо-блины. Программу для курсантов подготовили насыщенную. В гуляниях на плацу приняли участие около 1500 ребят со всего Подмосковья. Я не ожидал того, что «Авангард» представит возможность, ну, скажем так, поиграть на подобных видах конкурсах, будут раздавать блинчики. Как-никак курсанты скучают по блинчикам в Масленице. Я считаю, что это очень правильно и очень, наверное, очень благодарный поступок со стороны «Авангарда». Всего в Одинцовском округе в течение недели состоялось более 80 мероприятий на любой вкус и возраст. Полина Толмачева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».